Уже сейчас в Петербурге выбирают учителя будущего. Стартовал финальный этап престижного конкурса, который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Заявки на участие подали 39 тысяч педагогов. В финал вышли 296 учителей из разных регионов страны. Лидером по числу финалистов стал Петербург. После конкурса лучшие получат возможность пройти образовательную программу на базе нашей мастерской управления «Сенеж», где также будут собраны лучшие эксперты страны и помогут реализовать и сформировать проекты для учительских команд. Финалистам предстоит пройти 3 очных конкурсных испытания. Наградят победителей 20 марта.